Опа, блин, прости, дисклеймер. Всем привет, вы на канале The Hacker Light, а сегодня мы скачаем и проверим мобильный Atomic Heart. Как всегда, заходим в браузер, тут у нас поиск, а это означает, что это рубрика «Умный поиск». Рубрика, в которой мы проверим, что будет, если скачивать все подряд с интернета. Не знаю, почему вас так сильно заинтересовал Atomic Heart мобильный, но прошлый ролик набрал очень много просмотров и нужное количество лайков. Да, я напоминаю, если мы наберем 5000 лайков и 500 комментариев, тогда мы делаем еще один ролик по Atomic Heart. И так в каждом ролике с каждой тематикой. В прошлый раз мы проверяли больше месяца назад, я уже не совсем помню, что мы конкретно открывали. Я помню, что мы прошли всю первую страничку, но я вижу какие-то странные ссылки, которых я тогда не видел. Допустим, Atomic Heart скачать АПК на Android. VDA Live. Я, честно говоря, не помню. А, ну тут мы и не скачаем, потому что дата релиза еще неизвестна. Дата обновления 20 мая. Ребят, набираем 5000 лайков, и я буду проверять, что здесь будет 20 мая. Androides.ru. Мне кажется, мы здесь уже скачивали. Manfish, версия игры, DRP Premium. Да, я это точно проверял. Кто не помнит, мы проверяли данную... Погнали дальше. Moto APX и Androidrus. Немножко говорю в нос, ребят. Приболел, как всегда. В последнее время очень часто болею. Сорян. Atomic Heart качать на Android. Категория так-таки-то. Android 6.0. Я такого сайта не помню в прошлый раз. И здесь опять DRP Premium версия 1. Собака. Я хотел скачать, я думал, здесь что-то скачается. А вот такого я не помню. 6 мегабайт игра. Давайте скачаем, посмотрим, что это такое. Так. Быстрое скачивание, либо ускорить до 200% с The Fast. Хотите? Давайте, давайте. А чё нет? Мы... Так, а чё не работает? Я думал, работает. Мы ж проверяем сегодня, что будет, если скачивать бездумно. Устанавливаем все плагины. Я вам покажу, что станет с вашим компьютером. The Fast Web. А тут скачалось. А, это АПК-шка. На свой телефон я, конечно, не буду это устанавливать, но сейчас быстренько скачаем эмулятор. В последнее время мы стали пользоваться BlueStack, потому что вы написали, что он намного лучше Nox. Так, пока BlueStack устанавливается, погнали на вторую страницу. Ух, ух, вторая страница там намного интереснее. Как скачать? О, даже TikTok уже есть. Ну-ка, давайте проверять TikTok. Зараза. В TikTok я ничего интересного не нашел, поэтому идем дальше. Atomic Heart скачать. Softonic. Но это для Windows. Так, а что будет, если я здесь скачаю? Скачать Atomic Heart. Ой, ага, здесь просто перекидывал на Steam. Не особо интересно, хорошо. VMod какой-то, Atomic Heart Mobile Hack. Уже взломы пошли мобильного Atomic Heart. 22.04, это 5 дней назад что-то вышло. На iPhone скачать. Ага, нам установился только The Fast. А вот саму программку можно... Давайте вот я скопирую. Зайдем здесь в браузер. И здесь уже попытаемся скачать то, что нужно. Так, вот, мы на той самой странице. Download файл. Здесь посмотрим, что нам скачало. У! А, можно... Я страницу скачал, дурак совсем. Нажимаем быстрое скачивание. Нам скачиваться должен вот этот как раз-таки The Fast. Непонятно, в какой момент мы сможем скачать как раз-таки Atomic Heart. Но давайте установим вот это The Fast. Может быть, внутри что-то можно скачать? Я бы не разрешал. Но давайте разрешим. А почему все на китайском? Так. Реально Atomic Heart? Так, устанавливать. У. Здесь какая-то рекламка пошла. Какое-то ожидается подтверждение. Я его не вижу. В GTA 5 на мобилку не хотите? Потом как-нибудь скачаем, если вам будет интересно. Что означает это подтверждение, я немножко не понимаю. Скорее всего, разработчик данной игры что-то там не подтвердил. Потому что только вот эти две игры не скачиваются. Остальные я только что сейчас вот попробовал, скачал какую-то игру. Короче, здесь, не знаю, с этого сайта нельзя скачать, он просто показывает кругом рекламу. Здесь что-то особо много интересного. Ну вот ладно, вот последнее, давайте проверим. АПК комбо. Atomic Heart Game, там смотрите инвентарчики. А, приложение найдено. Окей. Как вы понимаете, в российском гугле нет ничего интересного. Поэтому, как всегда, воспользуемся нашим любимым VPN-чиком. Для этого нужно зайти LZT. Это наш любимый LOL Steam Market. Это огромнейший агрегатор, на котором вы можете найти более 500 тысяч аккаунтов с абсолютно разных платформ. Чел, ну зачем 300 рублей ты скинул, чел? Огромное спасибо всем ребяткам, которые скидывают монеточки нам. Вот, рубль, 5 рублей, 10. Скинул 300 рублей, закинул. Спасибо тебе большое, чел. Косян, можешь не скрывать пароль от Wi-Fi? Ой, от этого, от VPN-а. Ладно, скинул. В любом случае, спасибо. Косян, а ты не скрывай. Скрывай, то есть. От 54 рублей, ну-ка. Так. Наконец-то они вернулись в ценах.
PureVPN какой-то новый. Никогда им не пользовался, давайте попробуем. На странице товара вы можете узнать всю подробную информацию о товаре, как это ни странно, об аккаунте. Если, допустим, в VPN не так уж и много информации, то, допустим, в том же самом Steam есть и игры, и какие-то статистики, и баны, ограничения, все здесь есть. Так что перед покупкой обязательно все смотрите. Чисто ради интереса проверим, Костян спалил данные последний раз или нет. Последний раз Костян забыл скрыть данные, и его опять украли. Хорошо, купим сейчас новый аккаунт. Спасибо большое ребятам, которые скинули денежку. Ну, попробуем новый VPN-чик. Нажимаем кнопочку «Купить». После этого нужно вводить секретный пароль. Его нужно обязательно скрывать, Костян. Нажимайте кнопочку «Подтвердить». После этого LolSteam проверяет данный аккаунт на валидность. И если вдруг с аккаунтом какие-то проблемы, или, допустим, описание не подходит, то нам напишут, что аккаунт невалидный, и предложат купить другой товар. Здесь же, как мы видим, аккаунт полностью рабочий, поэтому мы подтверждаем покупочку, только после этого деньги списываются у нас со счета, и у нас есть все данные. Кстати, если вдруг с аккаунтом что-то произойдет после покупки, у вас есть кнопочка «Попросить замену у продавца», либо же «Обжаловать». Но будьте внимательны, у каждого продавца свои гарантии. Допустим, у этого нету гарантии, мы можем просто заменить. Но, допустим, если мы покупаем Steam, 10 открыть денежный спор, и, как мы видим, есть гарантия 24 часа у этого продавца. У каждого продавца своя гарантия, так что будьте внимательны. Все, VPN-чик у нас есть, аккаунт подошел, поэтому погнали дальше проверять наших мошенников. Благодаря VPN мы из Нью-Йорка. Но даже тут, смотрите, наш прошлый ролик, он здесь есть. Первые ссылочки, все то же самое мы уже проверяли. Это мы проверяли, Блин, я надеялся, что здесь будет другое. Кстати, у меня к вам просьба, напишите в комментариях, в каком поисковике можно искать в следующий раз. 15 минут ролика? И это что такое? Чувак просто делает обзор на игру, я понял. Прикольно, прикольно. Atomic Heart Mobile. Кто помнит? Мы здесь уже были в прошлый раз, проверяли. А реально с VPN-то работает? Так, сейчас посмотрим, может быть здесь получится скачать? Но он нигде ничего не говорит. Хорошо, выше смотри видео. Открываем на канал. Облачный геймс. Тут обидно было. Первый видос не развод, там просто показывают мобильный этот, облачный гейминг. Atomic Heart, Android, АПК. 54 гигабайта АПК. Ссылка в профиле. Какие 58? У меня на телефоне 35! Fake Contacts, что-то там, Roblox, хак. Ого, тут куча всего есть, что покачать. Ну, как вы видите, я в поисковике вписал, не могу найти то, что нам нужно. Здесь есть куча всего другого, что я проверять не хочу и вам не советую, это очень плохо. Но на этом TikTok у нас пока что все. Атака роботов. Это что такое? Давайте скачаем и посмотрим, что будет. Какие-то две версии, 25 мегабайт. Скачаем обе, на всякий случай, да? Экшен, Atomic Heart. Ага, что еще скажешь? Так, скачать АПК. Нам кучу рекламы. Давайте разрешить нажмем. Ага, она все залагала. Так, вот, скачать. Тут нас просят опять-таки разрешить рекламу. Я вам ни в коем случае не советую нажимать разрешить. Всегда нажимайте блокировать. Но я нажму так, чтобы вам показать, что произойдет. Он не засчитывает. Угу. И чё? А чё делать теперь? Эта штука залагала. Судя по всему, это из-за VPN. Так, ну давайте попробуем отключить его. Буквально секундочку. Так, нажимаем скачать. Здесь все спокойно. Спокойно нажимается. DR Premium. Да, нас заставили подключить рекламу и скинули нас на DR Premium. Play Mode какой-то. АПК Раби. Так, и... Оу! Ничего не напоминает, да? О, здесь что-то интереснее. Смотрите, какая программка. Нажимаем кнопочку Download. 42 мегабайта? Я такого не помню в прошлый раз. Все на английском. Оригинал АПК. Мод АПК плюс ОББ for Android. У нас все есть для Android. Отлично. Так, минимальные требования 8 гигабайт. На каком Android можно узнать, Android этот, Ryzen 5 стоит? Что за прикол? Они называют все для Android, а потом пишут характеристики от компа. Battlefield 6? Что? Какой Battlefield 6? Вы чё? Чё за бред? Battlefield 6 хотите? Проверим как-нибудь потом. Так, смотрим. Full download, full version. Switch download, full version. Мобайл, вот, нам мобайл нужен. АПК мод. Так, это мобильная версия, download now. Загрузочка. О, кстати, тут какое-то есть встроенное приложение, давайте тут поищем. Здесь ничего интересного нет. Обидно. Ладно, хорошо. Хорошо, у нас есть три программки, мы их сейчас сюда закидываем.
Так, идет первый Atomic Heart Robots, потом Atomic Heart Game, и невозможно установить еще одно. Давайте откроем робот и посмотрим, что там. Но там, скорее всего, будет сейчас игра на Unity. Они сюда реально перенесли вот этого робота из Atomic Heart. Ну это хотя бы игра. А! Собираем пушечки. Ядрить! Что это такое вообще? You win. Класс. Здорово! Ой, делаем обзор на игры, а? Как вам идея? Это у нас Atomic Heart Mobile. Только с ним что-то не то. Есть идея. Я хотел сделать, знаете, что? Сейчас я быстренько устанавливаю 64-битную версию и туда попробуем установить вот эти самые программки. Мы в 64-битной версии берем эти три файлика, закидываем сюда. Пошла установочка. Наверное. Понял. Вот, все, установка приложения пошла. Эти роботы мы уже попробовали поиграть. Та самая игра Games опять-таки установилась. И третья. Я очень надеюсь, что сейчас она установится. Да, отлично. Atomic Heart Mobile. Atomic Heart Game. Давайте попробуем запустить гейм. Посмотрим, что произойдет. Я очень надеюсь, что 64-битная версия нам поможет запустить эту игру. Но, судя по всему, нет. Попробуем запустить тогда Atomic Heart Mobile. О! А. Но это мы уже скачивали. Да. После каждого выбора у нас будет рекламка. Я в прошлом ролике обещал на 5000 лайков записать отдельный видосик и выложить его в Телеграм, где я дойду до самого конца. Каюсь, я этого не сделал тогда, но в этот раз я точно не забуду. Костян, напомни мне, пожалуйста. Поэтому, как только на этом ролике наберется 5000 лайков, мы посмотрим, что можно будет сделать. Какие-то еще проверить программки. Может быть, оригинальный Atomic Heart. Может быть, SSN-чик мы сделаем. Ну и, естественно, на 5000 лайков я все-таки запишу видосик. Дойду до самого конца. Надеюсь, дойти до самого конца. Протыку, и все это будет в нашем Телеграме. На этом мы сегодня будем заканчивать. Как всегда, я вам желаю хороших антивирусников, чтобы не ловить вирусы, как у меня. И до скорых встреч. Ведь ролики у нас выходят буквально через день.